А зараз у нашій студії один із героїв минулого сюжету, в бік якого лунають звинувачення. Депутат Дніпровської міської ради Дмитро Погрібов. Здравствуйте. Добрый день. Понятно, что точка зрения будет субъективна, только ваша, но все-таки хотелось бы ее услышать. Вот на самом деле, вашими глазами, что сейчас происходит в горсовете Днепра? Откровенно говоря, происходит балаган и фарс. Коллегиальный орган, фактически, который должен управлять городом, превратился просто в какую-то частную контору, которые управляют буквально несколько человек. И сегодняшняя сессия – это тому яркий пример. На самом деле она была незаконная абсолютно, вот, потому что она была назначена на среду, на 20 число. Мэр своим распоряжением ее перенес. Вот, он не имел права этого делать. Ну, то есть абсолютно законные основания, поэтому я думаю, что в принципе, эту сессию оспорят в судах. Вот. И меня, честно говоря, больше всего возмущает то беззаконие, которое происходит на сегодняшний день в стенах горсовета. Грубое нарушение многих законодательных норм, регламента и невозможность депутатам достойно представлять свое мнение и тех людей, которые их выбрали и посадили в этот зал. Вот вы сейчас сказали грубые нарушения. Вот для простого обывателя, который нас сейчас с вами смотрит и слушает, вот какое, на ваш взгляд, самое кричущее? На самом деле депутаты вообще не имеют возможности даже нормально знакомиться с повесткой дня и голосовать с открытыми глазами за то, что им предлагают. Значит, все это происходит в рамках каких-то пакетных голосований, которые согласовываются на каких-то согласительных советах. На эти согласительные советы депутатов даже не пускают. Вот, на них присутствует там ограниченная группа людей. Ну, то есть это все превратилось в какие-то договорники. Вот, и на самом деле то большинство, которая сейчас дружно просто нажимает кнопки. Ну, условно, все же помнят, это большинство я и складывал, да, но оно превратилось совершенно не в то, что я бы себе видел, когда я его, скажем так, рожал, это большинство. Ну, если говорить, допустим, о простом жителе города Днепра, какими я себя считаю, мне на самом деле абсолютно, и как и многим, мне интересно там какие-то перипетии, дрязги между депутатами. Мне важно, чтобы вот вы, как и наши избранники, работали на благо и делали наш город лучше, чище во многих вопросах. Что мешает? Нет, безусловно, это основная наша функция, не просто функция, это наша обязанность как депутата. Ну, давайте просто посмотрим на факты. На самом деле, вот уже Новый год на носу. Год фактически, как работает власть. Что реально в городе изменилось? Ну, по большому счету, вот что? Я, как горожанин, например, вообще не вижу никаких изменений. Даже косметических, извините меня. Дороги в том же ужасном состоянии. По центру города проехать нельзя. Открытые люки, огромные ямы. Грязь в городе. В этом году планировали привести все центральные парки хотя бы в порядок, чтобы можно было с детьми гулять в них. Пальцем никто ни к чему не притронулся. А что мы видим? С рекордным бюджетом почти в 10 миллиардов ничего не происходит. То есть законный вопрос. Вот у меня лично как депутата, да, который вот сейчас намерен делать определенные вещи по отношению к власти, а именно ее тщательно контролировать. Законный вопрос, где деньги? Кто управляет деньгами, куда они деваются? А вы знаете, где деньги? Ну, сейчас будем разбираться. Вот, поверьте мне, я в этом большой специалист. У вас полгода не было в горсовете, и теперь вы снова оказались в горсовете, ну, и достаточно в таком эпицентре разных событий, много информации, говорят о том, что тот фильм, который появился о вас, он достаточно заказной. Вот как это прокомментируете? Ну, во-первых, не полгода меня не было, не было 4 месяца. Когда я был в горсовете и в горисполкоме, я и был в эпицентре событий. Сейчас я вернулся и снова в эпицентре событий. Ну, это, наверное, особенности все-таки.
моего характера, и я достаточно деятельный человек. И я вернулся с определенными целями, которые предполагают именно действия. Если говорить о конфликте господина Погребова и господина Филатова, когда будет поставлена точка и кем она должна быть поставлена? Вы знаете, я бы сказал так, у меня конфликта с господином Филатовым нет. Вот. У меня вообще такое впечатление, что его окружение этот конфликт как-то искусственно формирует. Вот. Может быть, это выгодно кому-то, но я могу сказать, что я бы на его месте поаккуратнее бы, как бы с этим, что он такую риторику взял сейчас, и причем темп этой риторики так нарастает, вот, это опасно достаточно. Вот. Вот если говорить о тех переписках, которые обнародуются сегодня, ну там что-то наверняка, если настоящее, что-то фейковое, ну допустим переписка вас и Филатова, это настоящая переписка, которая гуляет в интернете? Переписка моя и Филатова, да. Это настоящая переписка, это переписка, которую показал у себя в телефоне. В телефоне, да. То есть... да. Она актуальная, то есть она нигде не появилась. А вот та переписка, которая Александр Вилкул и вы? Я вообще не могу понять, о чем речь, потому что, ну, условно, я вайбером не пользуюсь. И, по-моему, господин Вилкул сегодня уже тоже отреагировал, да. То есть он тоже не понимает, о чем речь. Речь идет о какой-то переписке, якобы Вилкула с якобы со мной. Ну, я понятия не имею, о чем речь идет. Как думаете, кому выгодно столкнуть вас лбами? Вы уже как-то так завуалированно сказали, что окружение. Ну, можно назвать фамилии? Я вообще считаю, что основная проблема Филатова – это его окружение на сегодняшний день. Там на самом деле просто вот какое-то собралось мелкое жулье. Ну, очевидно, что это им выгодно. Потому что они прекрасно знают, что если я вернусь и буду влиять на процессы, то я им не дам воровать. Давайте поговорим о том, что вы сейчас уже, собственно говоря, не член партии УКРОПа. То есть вот прокомментируйте. Какие-то новости? Не-не, ну вот вообще, ну вы стали так или иначе поза... коалиционным депутатом, так? Смотрите, я не хочу даже комментировать какие-то абсурдные вещи. Ну, да, просто, чтобы было понятно, куда вы планируете двигаться, то есть какие направления развивать? Я никуда не планирую двигаться из УКРОПа. Угу. Вот, я планирую принимать самое активное участие в жизни, деятельности этой прекрасной, чудесной партии, идеалы которой я абсолютно разделяю. Просто... некоторые персонажи, они за последнее время подменили понятие, но это дело поправимое. Ну, то есть то, вот. Что озвучил господин Мишалов, не является истиной, правильно я понимаю, да? Вот вы знаете, по поводу господина Мишалова, это особый случай, он патологический врун, это патология на самом деле. Поэтому я вообще не ориентировался на высказывания этого человека. У меня просто сейчас есть возможность вас спросить, и вы по-прежнему член партии УКРОП, правильно? Конечно, у меня есть партийный билет, да, и принимали меня не в Днепропетровске. Поэтому, насколько я понимаю, я не помню точно, как по уставу, но исключить меня из партии в Днепропетровском осередке не могут. Да, тоже не могут. И точно так же, как не могут исключить из фракции без определенных процедур. Вот. И тот абсурд, который происходит, ну, опять же, вот я думаю, он кому-то выгоден. Кто-то его генерирует, да, и такие идеи. Но на самом деле это, опять же, опасные вещи. Потому что мои адвокаты написали абсолютно всем депутатам, которые якобы участвовали в телефонном голосовании за мое исключение. Они уже написали запросы. Эти депутаты обязаны ответить на адвокатский запрос. И я хочу подчеркнуть, что вообще подобные вещи, это, ну, за них предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до уголовной ответственности. Это прямое перешкоджання деятельности депутата. Вот, поэтому, ну, как бы за такие вещи кто-то ответит, это безусловно. Вот в том сюжете, который мы с вами смотрели вместе, вы как-то так в конце своего выступления сказали, что я уже начинаю задумываться по поводу нового мэра. На самом деле я уже говорил о том, что стиль его общения, риторика его, она неприемлемая абсолютно. Вот это просматривается и в манере ведения сессий.
в общении, ну, то есть вплоть до открытого общения в сетях. Это неприемлемая как бы позиция для мэра и неприемлемая, ну, просто для, скажем, для взрослого, ответственного гражданина, тем более мэра такого крупного города. Я думаю, что это путь в никуда. А вот стиль общения господина Филатова до того, как он стал мэром, и сейчас, на ваш взгляд, очень резко изменился? Или он был таким и раньше, но просто когда не был мэром, это нормально? По моим оценкам, он просто находится в достаточно такой некомфортной зоне сейчас для себя. У него все время нервное состояние. Какой-то он в состоянии какого-то цейтнота находится, ну, не прекращающегося. И, ну, не знаю, как-то надо с этим бороться, выходить, потому что, опять же, к хорошему это не приведет. Вот это видно по всему. Вот. И опять же, в его манере общения. Вот. И когда мэр такого большого города начинает общаться с людьми, с депутатами нецензурной бранью, вот, и угрозами, то, ну, вы извините меня, терпеть это никто не будет. Если говорить о рецепте от господина Погребова, вот что, на ваш взгляд, сейчас необходимо сделать для того, чтобы прекратить вот эти вот все дрязги и начать работать? То есть вот, на какой компромисс вы готовы пойти? В первую очередь я бы занялся кардинальной сменой исполнительной власти. Там сейчас нет ни одного приличного менеджера, который способен заниматься хозяйственными процессами. Это первое, что нужно резко делать. Это интересует всех, и этим нужно заниматься сразу, быстро. Не так, как вот господин Филатов говорит, ну, мы мелкими шажочками там какими-то что-то делаем. Тут нельзя мелкими шажочками, это маленькими действиями. Тут надо быстро, резко, вот, и, потому что город находится в очень печальном состоянии. Я хочу сказать, что за 4 месяца, пока я этими процессами занимался, я достаточно детально ознакомился с в каком состоянии городское хозяйство находится. То я вам хочу сказать, это очень опасное состояние. Даже непонятно, что у нас раньше, мост упадет или виадук обрушится, да? Или там где-нибудь прорвет какой-нибудь огромный коллектор. Вот, поэтому этим всем нужно заниматься быстро, нужно заниматься в первую очередь реформами настоящими, а не латанием дыр каких-то, вот, а не мелкими шажочками и по чуть-чуть делать где-то там косметические ремонты. Скажите, а в Днепре есть такие люди, которые готовы, ну, реанимировать и быстро, и качественно, и, главное, системно? На самом деле это самая большая проблема и самый острый вопрос. Ну вот если нарисовать портрет человека, который бы подходил как менеджер для управления каким-то большим процессом в городе Днепропетровске. Ну, не знаю, там, условно, у нас много секторов крупных. Теплоэнерго, горводоканал, там, инфраструктурные какие-то проекты, транспортная инфраструктура. Ну вот, давайте представим, да, то есть, человек должен иметь, ну, как минимум, профильное образование, приличное, желательно иностранное. Он должен иметь достаточный опыт и квалификацию, да, причем опыт на больших процессах, управление большими процессами. Он должен быть состоявшийся не бедный человек. Я объясню почему, потому что как бы, с такими характеристиками люди, ну, там, получая зарплату даже 10-15, может быть, 20 тысяч гривен, для них это не зарплата. Просто, да, это все равно, что работать бесплатно. То есть эти люди должны еще иметь готовность какое-то время, достаточно длительное, год, два, три, работать для города фактически бесплатно, да? Ну и мы понимаем, что вот, а где таких людей взять? Это архи-сложная задача. Скорее всего, это люди из бизнеса будут. Вот. Но на самом деле вопрос очень сложный, но не катастрофа. То есть их можно найти. Но они обычно идут в такие процессы, да, и решаются на такие шаги под кого-то, естественно. То есть понимая, что да, они там идут под человека или под группу людей, которым они верят, да. Доверяют. Доверяют, да. Они понимают, что те усилия, энергия, которые они приложат, она будет, ну, как говорится, в коня корм, да, она даст какие-то плоды. Поэтому, ну, я хочу сказать, что этим нужно заниматься в первую очередь. Нужно срочно привлекать каких-то правильных людей. Я сейчас не вижу там никого.
Ні одного чоловіка. Ну і дякую, що ви знайшли змогу і завітали до нас. І сподіваюся вас в цій студії бачити частіше. Чому? Тому що питання є і хочеться почути відповіді. Вам большое спасибо. Дякую. Ну а глядачам нашого каналу нагадаю, що у гостях у нас був депутат Дніпровської міської ради Дмитро Погрібов.